В одном царстве-государстве жил-был царь, и у царя был стрелец. И вот стрелец скакал по городам, по весям, через леса и горы, и разносил царскую почту, и выполнял всякие его поручения. И вот раз стрелец со своим богатырским конем скачут по лесу, и вдруг стрелец Федот, пускай будет Федот у нас, ему в сказке имя не выдано было, видит, а на земле-то лежит перо, и так и играет, и так и светится. «Эге-ге», — сказал Федот, «это ж если я заберу это перо и подарю царю, преподнесу, он же меня очень сильно наградит и выдаст какому-то мне золото и серебра». И тут конь говорит: «Федотушка, Федотушка, не бери пера, не принесет оно тебе счастье». А Федот думает: «Эка, невидаль, еще я буду советы у лошади, у коня слушать». Взял он это перо и поскакал дальше. Поскакал дальше, и прискакал он в царь-город, где и явился к царю. Был здесь царь-государь. И вот Федотушка приходит к нему и говорит: «Не вели казнить, вели слово молвить. Смотри-ка, царь-батюшка, какое перо диво-дивное я нашел в лесу». И отдает царю перо. Ох, царь как обрадовался! Он его и поближе, и подальше посмотрел. «Ох, какое перышко! Ну, какое перышко!» — говорит. «На! Какая же благодарность может быть от царя?» Он говорит: «Ну что, Федот, сумел ты перо добыть, сумей мне целиком птицу достать. А не привезешь птицу, мой меч, твоя голова с плеч». И ушел со своим пером. А перо для красоты в креслице свое, в трон положил. Приходит Федот коню своему, не весел, голову повесил, сопли развесил и говорит: «Что же мне делать?» А конь его говорит: «А вот говорил я тебе, Федот, не бери ты этого пера, а то будет несчастье». «Да я ж знаю! Ну, не послушался я тебя, что ж теперь мне делать?» А конь говорит: «Ладно, сослужу тебе службу. К ночи приноси отборного зерна, и поедем ловить жар-птицу». Ну, Федот обрадовался, побежал, взял отборного зерна. Целый букет, можно сказать, зерном. И пришел. Пришел, и подскакали они на поля дальние вместе со своим конем. Прискакали,
конь говорит, а теперь положи зерно и прячься. И подождем, не прилетит ли жар-птица. И конь так залег, спрятался. И Федот немножко спрятался. И тут слышат посреди ночи шум крыльев. И летит птица дивная, волшебная. Вот такая птица. Ква-ква-ква. А говорит-то как курица. Ква-ква. Так павлины говорят. Ну и жар птица почти как павлин говорит. Ква-ква-ква. И прилетела эта птица и стала клевать зерно. Ну а конь-то молодецкий. Раз ей и на хвостик наступил. Птица крыльями машет, не знает, как вырваться. А конь кричит: «Федот, стрелец, беги сюда!» Федот быстренько прибегает, говорит: «Ах, коняшка так коняшка!» Ну, молодец! Хватает он птицу за хвост и в охапку и скачут они обратно к царю. Тык-дык, 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 тык-дык. Тык-дык, 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 тык-дык. Прискакали ко дворцу, тут и царь. Ох, говорит Федот, ну порадовал. Давай, неси птицу в закорма родины, прячь ее в клетку золоченую, а сам пойди, тебе там 5 пятаков выдадут как благодарность. Ох, Федот поклонился, что ж служба такая у стрельца. И ушел. А птицу, значит, посадили в какую-то клетку. Царю на потеху. И вот проходит буквально несколько дней. Опять вызывает царь стрельца. «Позвать ко мне стрельца!» кричит. Ну, приходит стрелец, кланяется, а царь говорит: «Ты один такой в нашем царстве-государстве, который сумел жар-птицу поймать. А вот теперь смотри, я вдовый, но все еще вполне очень даже симпатичный. Я хочу жениться, мне сказали, что есть такая царевна, зовут ее Василиса. Вот если ты мне ее доставишь во дворец, и я смогу на ней жениться, будет очень хорошо. А если нет, мой меч, твоя голова с плеч». Ой, опять Федот пошел домой, сопли бахромой. Царь уходит. «Мой меч, твоя голова с плеч». Царь уходит, а Федот приходит к своему коню. А конь лежит себе, а Федот говорит: «Ну что ж, я тебя не послушался. Ведь говорил мне, не бери перо жар-птицы. А теперь где ж я царевну Василису ему найду? За 3 9 земель меня царь посылает». А конь говорит: «Иго-го! А не печалься, хозяин, это службишка, не служба, служба будет впереди. А возьми с собой всяких припасов, да вина заморского, да фруктов, да шатер золоченый, и поехали на берег Синего моря». Ну, все приготовили, приехали на берег Синего моря и начали приготовление. Начали приготовление. Ну, вначале они поставили шатер красивый. Ну, давайте мы вот сюда шатер поставим, собственно говоря. Вот сюда поставили они красивый золоченый украшенный шатер. А поставили всякие сладости, пирожные, мороженые, вина заморского. И ждут, спрятались. Коняшка вот тут спрятался за шатром. И Федот
сбоку куда-то спрятался. Вот, за деревья и за шторку. Ждут они, ждут, что случится. Вот так спрятался Федот. И вдруг слышат, песня дикая, дивная. Песня звучит, и по синему морю океану плывет девица-красавица в волшебной ладье и поет песню. В осадуле в огороде девица гуляла. И вот проплыла девица в своей лодке-ладье, видит шатер, вышла она из ладьи и ножки не намочила. И прошла себе к шатру. Прошла к шатру, а тут уж Федот не стал прятаться в этой сказке. Федот вышел и сказал: «Здравствуй, девица-красавица! Я из такого раз такого дальнего королевства приехал. Не согласишься ли присесть в шатре и отведать наши кушанья и вина заморского? И, как говорит нам эта сказка, и присела Василиса, и стала угощаться, и отведала она вина заморского, захмелела и заснула». Вот как? Нельзя пить посторонними. Захмелела и заснула. Ну, тут ее Федот-то быстренько подвязал, схватил, сел на коня, и опять они поехали. Тык-дык, 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 тык-дык. Поехали они к царю. Доставку он, понимаете ли, делает. Тык-дык, 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 тык-дык. Скачут по холмам, по горам. Василиса царевна держится за Федота. И у них уже и симпатия возникла. А что делать? Федот подневольный человек, царский стрелец. Тык-дык, 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 тык-дык. Приехали они в город. Заходят к царю-королю, к царю, конечно. А сами друг на друга смотрят. А что ж поделать, дело подневольное. А царь, как увидел, говорит: спасибо, ну, Федотушка, ну, порадовал меня. Ах, какая красивая царевна, милости просим. Я, душа девица, на тебе хочу жениться. А царевна отворачивается, ей не нравится старый царь. И молчит она. Царь говорит: Федот, иди к себе к коню на конюшню, мне тут и без тебя с царевной поговорить надо. Федот посмотрел на царевну, она на него посмотрела опять, поклонился царю и пошел плакать на конюшню. А царь говорит: душа девица, да чего же ты красивая, я прямо сегодня или завтра хочу жениться. А царевна говорит: нет, в синем море океане посреди этого океана есть остров Буян, а под ним лежит огромный камень на берегу Марианской впадины, в самом глубоком месте океана. И там лежит моя подвенечная фата. Вот пока мне эту фату кто-нибудь не привезет, я за тебя замуж не пойду. Эх, а кто ж поедет за фатой? Мы ж понимаем, что у этого царя один доверенный человек, Федот Стрелец. Принцесса, царевна Василиса сказала свое слово и ушла. Тоже пошла плакать, потому что очень ей Федот понравился. А царь вызывает Федота и говорит: ну что, Федот, тебе задание. Поезжай к самому глубокому морю океану и привези сундук с приданным царевной Василисы. А как же я в океан-то? Я и плавать-то не умею. Это что, мои проблемы? Мой меч, твоя голова с плеч. Поезжай, не болтай. Привезешь — награжу. А не привезешь — мой меч, твоя голова с плеч.
заплакал Федот и, как водится, пошел плакать в конюшню к коню. А конь говорит: да, это уже посложнее задание. Ну, говорит, какие у нас с тобой варианты? Надо ехать. И вот едут они опять. Скачут, скачут к морю, океану, до острова Буяна. Скачут, 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 скачут. Приехали на берег океана. А как же им туда, к острову Буяну, попасть? Видят, лягушка какая-то прыгает. Конь сразу приступил на нее и говорит: лягушка, лягушка, как нам к острову океану, к острову Буяну попасть? А лягушка говорит: ква-ква-ква-ква-ква-ква, я не знаю, я так далеко не плаваю, я тут прыгаю на берегу. И ускакала. Думают, что же делать теперь Федоту? И вдруг видят, из моря океана рыбка показывается и говорит: Федотушка, это ты нашу царевну Василису увез от нас? Он говорит: прости, рыбка дорогая, я увез, и теперь царь хочет жениться, но Василиса послала меня за ее приданым. А рыбка говорит: ну, для Василисы уж мы постараемся, я сейчас кликну все морское зверье и рыбье, и принесем мы тебе приданное нашей Василисы царевны. И вот пошла себе история. Федот стоит, ждет, рыбка уплыла, собрала других разных рыб и приносит на берег сундучок с приданным. Хорошо. Федот взял сундук, поблагодарил рыбу, она уплыла, а он возвращается к царю и к Василисе. Вернулся он к царю. Царь говорит: точно этот сундук? Этот, мне его рыбы принесли. Он говорит: ну, ступай прочь, дальше я и сам без тебя разберусь. Ну, пошел Федот в конюшню плакать. Появляется Василиса, а она-то знает, она чувствует, кто за приданным ездил. И так ей мил Федот, а царь просто ненавистен. И она говорит: ну что, царь-батюшка, спасибо тебе, конечно, за сундучок. Но теперь у меня последнее задание. Как так, в кипяток? Она говорит: да, вот так вот. Пусть нагреют кипятки в трех бочках. И ты, когда прыгнешь, ты сразу станешь молодым и красивым. Царь так про себя думает: ну, подумаем мы. Попробовать бы, на ком надо. И вот на следующий день соревнование, можно сказать, по прыжкам в котел. Стоит царевна, а царь говорит: а ты что, приданное-то свое не используешь? Только и жду, когда ты оденешь и будешь готова. Царевна говорит: я-то буду готова. А вот будешь ли ты готов, сейчас посмотрим. Царевна одевает, слуги приносят котлы, а царь боится. Ой, как царь боится прыгать. И он говорит: а ну-ка кликните мне Федота. Федот пришел, любуется на царевну и слов сказать не может, только кланяется и плачет. А царь говорит: Федот, тут такое дело, что надо прыгнуть в котлы. Кто-то ж первый должен быть. Ты прыгни, а я потом прыгну. Федот говорит: да что ж я, самоубийца, что ли, в кипяток прыгать? И тут ему
царевна тихо-тихо шепнула: «Федотушка, не бойся, прыгай!» Ну, после таких слов Федот даже размышлять не стал. Он разбежался, бултых в котлы и выскочил. И стал красивый-прекрасивый, и поумнел сразу. Это сразу в лице стало видно, и он улыбается, смотрит на царевну и ждет, что ж дальше будет. А царь говорит: «Ух, какие котлы хорошие! Федот, ну-ка отойди от моей невесты!» И царь тоже побежал, бултых в котлы! И пропал! Так ничего от царя и не осталось, как пропал! И только всплыла царская корона, царская шапка, мономаха. Но тут весь народ стал кричать: «У нас уже свадьба запланирована, а Федотка наш, из простого народа, он нас не обидит, и жена у него будет красавица». И Федот поклонился Василисе царевне и говорит: «Василиса, ну раз уж так сложились обстоятельства, теперь я не боюсь и спрошу у тебя, выходи за меня замуж». А Василиса сказала: «Ах ты мой родной Федотушка, да если бы ты мне предложил еще в том шатре, где меня заморским вином поил, я бы и тогда согласилась, я тебя полюбила с первого взгляда». И народ тут везде закричал: «Федотку на царство, на царство!» И провозгласили его своим князем, королем, царем. И Федот расцеловался с Василисой, и стали они жить, поживать, добра наживать, мудро править и Бога славить. Вот такая сказка про жар-птицу, с которой все, с пера которой все началось, Господи. Опс. Так, сейчас несу к вам еще раз жар-птицу показать. Ой, как-то низко тут, оказывается, стоит Василиска. Вот такая сказка, которая называется «Жар-птица». Замечательные русские славянские сказки. Кстати, в это воскресенье будет день Кирилла и Мефодия. День, когда, считается, образовалась славянская письменность, когда Кирилл и Мефодий придумали алфавит, которым пользуются почти все славянские народы.